Красноярцы сняли видео на первом столбе на высоте 85 метров, стоя на балансборде. Видеозапись за два дня посмотрели более 2000 человек. Авторы и участники ролика – профессиональные райдеры. На балансборде стоят два года. Идея покорить столбы родилась этой весной. Экстремальную мечту ребята осуществили на прошлой неделе и говорят, что это не предел. В ближайших планах – покорить вершину второго столба. Это очень страшно, так как балансборд сделан неустойчивым сам по себе. То есть ты на нем всегда в напряжении, у тебя там иногда даже трясутся ноги. Там еще такой камень посередине, он шатается. То есть он этим славится, что там на вершине есть шатающийся камень. Вот, и мы стояли как раз-таки на нем. У меня даже в один момент свело икру, но я не мог спрыгнуть, потому что знал, что кадры такие редко получатся.